реакционной девакции в обществе. И по тому, какой предмет выберет ребенок, предсказывается его будущая жизнь на Руси. В иллюминации церемонии является непосредственно акт рождения. Он совершается старшим мужчиной семьи, обычно это девушка ребенка. И помимо самого коронного лица, также символически ребенку преподносится 5 элементов традиционной ритуальной трапезы на дно, а именно яйцо, бобовые, рыба, после этого совершается практичная процессия к семейному монастырю и осуществляется личное прямое поклонение ребенку. После того, как гости возвращаются домой, они все принимают участие в церемонии кормления малыша. С одной стороны, они дают подарки, обычные деньги, кормят малыша и